Гимназия номер 1, город Махачкала, Республика Дагестан. Конкурс «Дети читают стихи». Тимирова Таисия, 6-1 класс. Маргарита Алигер, «Нет забвения». Чего ты хочешь от меня, война? Ведь ты же отзвучала в медном громе большой победы. Разве не сполна мы разочлись? Но ты все ждешь чего-то, какого-то последнего расчета. Какого же? Бери, что хочешь, кроме моих больших надежд. Пускай они, как прежде, верят в будущие дни и в то, что мир прекрасен и огромен. Как будто бы туманной пеленою земля еще подернута войною, и я не знаю, чем ее разбить. Добрее ли держаться или резче? Открыть ли окна, переставить вещи или без оглядки про нее забыть? Забыть тебя? Так вот, чего ты хочешь. Так вот, о чем мечтаешь и хлопочешь. Так вот, о чем ты жалко попросила. Забыть тебя. Но память тоже сила. И я ее без боя не отдам, прикинувшись мирными годам. Ты просчиталась, на земле живет лишенное иллюзий поколение. Пусть память о тебе жестоко души жжет, она ее как порох сбережет сухим огнем. Не может быть забвения.